юбилей великой балерины. Если это юбилей настоящий, не собственной гордыни, дарованный а людям, то это праздник прежде всего наш. 85 лет великой женщине и балерине Марине Тимофеевне Семеновой. Ее жизненный путь нелегок, потому что прям. Не отвлекаясь на всякого рода компромиссы и жизненные приманки, она сохранила нетленными классический монолит личности, простоту величия и приумножилась в главном, в понимании и восторгах учеников. Именно так малоприметный труд педагога вершится шквалом восторгов, нет-нет, не дежурно-триумфальных, настоящих, как искусство, которому все они верны. Мы действительно счастливые люди, потому что у нас в театре есть такие великие личности. Это как Марина Тимофеевна Семеновна. От тех уроков, которые вот Марина Тимофеевна нам дает, вы знаете, это даже трудно передать словами, какое, вот какой мы получаем от нее и заряд энергии, и школу, и все. Ну, я готовлю сейчас с Мариной Тимофеевной Раймонду. Очень ответственный для меня спектакль. Я очень счастлива, что все свои партии, которые я станцевала в стенах Большого театра, на этой прекрасной сцене, я все приготовила с этим великим педагогом, прекрасным человеком. Кисти, кисти, кисти. Ольга, Галя, кисти, кисти. Раз, два, три, четыре. Сильно. Раз. Непостижимо, как может она оставаться столь красивой. Как, выйдя из одной профессии в другую жизнь, без несценических поддержек пошла по ней почти Золушкой, истово веря в легенду о хрустальном башмачке. И, вот так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, пять, шесть, семь. Долгих вам лет, Марина Тимофеевна. Уж если в те былые годы можно было выстоять, не измельчать, то какой-то пример нам и тем, кто придет завтра. А вот эта Мария Викторовна Кондратьева, которая тоже со мной много, так сказать, занималась нашим дорогим нам дизлом. Мария Тимофеевна не только была моим педагогом, когда я танцевала, когда я с ней работала, но и когда я стала преподавать, я тоже постоянно к ней обращалась. Помните, как говорили? Почему вот это не уходит у меня? Она мне всегда помогала. Я вот сейчас вспоминаю, когда, как мы занимались. Мы себе не представляли, что мы можем уйти из класса Марии Тимофеевны в какой-то другой класс. Это было для нас, ну, невозможно. Понимаете? Вот настолько этот класс был для нас, для всех органичен, кто вот пришел к Марине Тимофеевне. И вот так до конца жизни мы простояли у станка и слушали замечания Марины Тимофеевны. Но самое интересное, что когда Марина Тимофеевна нам показывала, она нам показывает движение, и мы стоим и не можем повторить. Потому что мы смотрим, как она это делала, и мы не запоминали движение. Просто вот как она это делала, мы с таким восхищением это смотрели, что потом даже не могли повторить. Ну, естественно, потом ругала нас, еще что вы не можете запомнить. Собирались, начинали заниматься.